Всем привет! Оказывается, в общем-то, при воздержании и при нехватке этого самого дела у человека появляется один очень странный симптом. Теперь вы понимаете, почему у меня нет стримов, как раньше. То есть я раньше их проводила ночью. А теперь мне просто тупо не хватает никакой энергии. И есть нереальная жесткая сонливость.